«Мой дом, моя крепость» – конкурс под таким названием провела управляющая компания «Жилищный сервис». Коммунальщики выбирали лучшие из многоквартирных домов, которые находятся в их ведении. По его итогам первое место получила пятиэтажка по улице Мира за номером 44. Объясняя, почему выбор был сделан именно в ее сторону, специалисты не стесняются говорить – этот дом просто образцовый. Теперь здесь в каждом подъезде будут висеть дипломы, а каждый жилец многоэтажки в подарок получил подписку на одну из городских газет. Были свои критерии отбора, в которые, то есть, входили, чтобы оплата была регулярной, не было задолженности на доме в многоквартирном, то есть содержались места общего пользования в нормальном состоянии, не уродовались, ничего. И, как говорится, морально устойчивые собственники. Вот по всем этим критериям из всех наших выставленных домов Мира 44 занял первое место.